правой ножкой, четко вперед смотришь. Правой ножкой, смотри. Вот, вот сюда, носочек. Не заворачивать вовнутрь, хорошо? Вот так мне очень нравится, как ты идешь. ЛФК, регулярные физические нагрузки, нейропсихолог, логопед – это уже привычные будни Тимофея из Михайловского района. Уже полгода здесь, в Москве, мальчик проходит реабилитацию. Радость мамина, судороги мучают моего сладенького. Напомним, в сентябре прошлого года после падения с велосипеда Тимофей получил серьезную травму головы и тяжелые осложнения. Мальчик оказался буквально прикован к кровати. Несколько месяцев мама Тимофея добивалась госпитализации в федеральный центр. Лечение там дало плоды. Тимофей стал потихоньку ходить, разговаривать. Это просто чудо. Тимофей ходит. Иди. Умница, Тимофей ходит, ура! Недавняя реабилитация была направлена на то, чтобы выстроить правильный шаг. К сожалению, этой цели Тимофей пока не достиг. За время нахождения в вегетативном состоянии стопа сильно деформировалась из-за спастики и судорог. Но восстановлению может помочь специальный ортез на шарнирах, который, кстати, индивидуально изготовили для мальчика в Москве. Покажи еще раз. 3, 4. Молодец. Нейропсихолог вынес заключение. Тимофей сможет освоить обычную школьную программу 4 класса и не нуждается в специализированной. Зимой. Будь здоров. Добрый день рождения. Я вам закладываю желание. Кстати, свой день рождения Тимофей отпраздновал во время реабилитации в медцентре. Спасибо вам еще за поздравление. Я всех вас люблю. Целую, Эмма. Сегодня Тимофей и его мама возвращаются домой и продолжат заниматься самостоятельно. А за прогрессом нашего земляка следит уже несколько тысяч человек по всей стране. Следующий курс реабилитации запланирован на осень. Валентина Аскерова, Юлия Щепина. День с толком.